красный дом, старый и красивый. Это весело! Да, очень весело! Я люблю петь! Я люблю играть на гитаре! Я люблю водку! Да! Нет! Так, кого вы думаете? Путин или Прохоров? Путин, вероятно. Я вижу его по телевизору часто. Я тоже вижу Прохорова по телевизору. Он популярный. Но Путин самый популярный. Люди не любят Путина сейчас. Он странный дедушка. Люди хотят нового президента. Так я и повинил, ты безумный. Иди к черту! Не тебе! Смолчи! Вы хотите слушать жуткий рассказ? Ура, ура! Да! Жила-била ведьма. Ее зовут Баба Яга. Ей 100 лет. И она живет дома в лесу. У нее есть металлический зуб, и ей нравится есть маленьких детей. Днем он спит, ночью он ищет еду. В лесу Баба Яга обнаружила двух детей. Один брат и один сестра. Привет, дети, как дела? Хорошо. Скажите, какой ваш любим блюд? Баба Яга говорила, пицца. Дети говорили, сегодня я приготовила пиццу. Заходите ко мне. Да, пожалуйста. Так они заходили. И пицца была на столе. Дети ели пиццу. Так дети говорили, какой ваш любим блюдо, Баба Яга? Я люблю есть дети. Так Баба Яга ела дети немедленно и смеялась. Я очень жутко. Да. Я испуганная. Не волнуйтесь. Я не испуганная. Я хочу спать сейчас. Спокойной ночи. Да. Я хочу знать, кто делает звук. Минута. Где Соня? Я не знаю. Я спорю. Тихо! Я хочу найти Соню. Минуту. Где Соня и Марина? Я не знаю. Я испуганный. Это жутко. Но я хочу найти Соня и Марину. Я тоже. Но я здесь.
вижу Бена. Да! Минуту. Бен, где Соня Марина и Распутин? Как? Я спал, я не знаю. Давите меня днем. Пойдете со мной. Нет, нет. Я хочу спать. Пожалуйста, пойдемте со мной. Нет. Сейчас я сплю. Да. Ну. Баба-Яга.